В Нерюнгринском районе зафиксировали опасное инфекционное заболевание – ботулизм. Как правило, такой диагноз ставят съевшим грибы, различные консервации и маринады, изготовленные в антисанитарных условиях. Часто такую продукцию разносят несанкционированная торговля. Из столицы Южной Якутии передает Надежда Акимова. На территории нашего города во многих местах можно приобрести грибы, ягоды и различную консервацию. При этом не у всех продавцов есть разрешение на торговлю. Многие так называемые предприниматели самостоятельно организовывают торговое место. На территории города Нерюнгри с наступлением летнего периода активизируется несанкционированная торговля, с которой ведется постоянная борьба с привлечением сотрудников отдела полиции по Нерюнгринскому району, также сотрудников Роспотребнадзора и административной комиссии при Нерюнгринской районной администрации. Нужно учитывать еще один момент. Грибы являются хорошим накопителем токсичных веществ. Дары природы, собранные в промышленной зоне, автоматически попадают в группу риска. При употреблении данной продукции как минимум можно получить отравление. Неправильный сбор, неправильное хранение, неправильные подходы к условиям приготовления грибной продукции могут повлечь за собой массовое заболевание среди населения. Каждый потребитель должен знать, при покупке консервированной и маринованной продукции у продавца обязательно должны быть документы, подтверждающие качество безопасности товара. На сегодняшний день сертификаты качества имеют только предприниматели, торгующие в местах санкционированной торговли. Имеется лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, где вся продукция подвергается полному осмотру, проведению лабораторных исследований с выдачей заключения о праве реализации продукции, с указанием сроков реализации. Не нужно забывать и о том, что маринады и консервация также должна иметь сертификат качества. Ведь при покупке данной продукции, которая изготовлена в домашних условиях, не всегда она отвечает санитарным требованиям. Тем более в этом году впервые за 20 лет на территории района был зарегистрирован ботулизм. Это опасное токсикоинфекционное заболевание. Он поражает центральную нервную систему, вызывает нарушение зрения и вызывает паралич мышц, вплоть до остановки дыхания. И несвоевременно оказанная медицинская помощь приводит в 100% к летальным исходам. Чтобы не навредить себе и своим близким и не нанести большой урон здоровью, стоит задуматься, насколько ли велика необходимость приобретения даров природы в местах несанкционированной торговли. Надежда Акимова, Вадим Барашков, Дмитрий Горбов, НВК Саха Нерюнгри.